абсолютно состояние моржа. Может быть, это и плохо, посмотрим. Подводную часть выиграет Минаков. Все-таки лучше дельфинист. Щеголев тоже неплохо делает старт. Влад Гринев держится. Вчера на полтиннике он был в финале. Скорость есть. Скоростная выносливость тоже есть. Ну что, Минаков и Гринев первыми будут разворачиваться на первом полтиннике. Минаков первый, 22.84 по ногам. Давайте я еще раз вам юношеские рекорды повторю. 47.58 рекорд мира, а Европы и России 48.04. Ну что, Минаков везет Гриневу пол корпуса за счет подводной части после поворота. Гринев это видит, оба дышат друг на друга. Минаков выигрывает, ну, корпус. В конце даже скорость не падает. Да, не зря ждали. 57 на одну сотую выше рекорда мира юниоров. Потрясающе. Потрясающе. До рекорда страны абсолютного, Гриневского.